Здравствуйте, дорогие друзья! И 15 сентября мы начинаем продажу растений с открытой корневой системой. Выкапывать мы их начнем только 15 октября и отправку будем где-то 25 октября делать. Вот я показываю наши растения. Других у нас нет. И мы выбираем только из этих. Вот они есть с тремя веточками. Сейчас я не буду их копать, еще рано. Набирает все с тремя веточками. Мы, конечно, будем вам отправлять вот такие растения с тремя веточками. Минимум три ветки, чтобы было. Корневую систему покажем позже. Мы их посадили 31 мая, маленькие наши растения. Они уже 2 года живут на земле, можно сказать, да? Прошлый год мы их зачеренковали, они зимовали в холодильнике. Весной мы их высадили сюда, маленькие растения, вырастили. И сейчас мы готовы их отправить через интернет-магазин. Выберем растение, где будет минимум три ветки. Есть какой-то сорт, я посмотрел, где только 2 ветки. Других у нас нет. Если вам нравятся наши растения, вы заказываете. Если не нравится, не заказывайте. У нас нет только такого сорта, чтобы ваши ожидания совпадали с нашими предложениями. Вот у нас то, что есть, других нет. Мы не можем вам дать более крупные растения. Это 2-летние. Еще будут 3-летние саженцы. После сорт Little Lime. Настолько ровный, он вырос. Вообще просто, даже нет ни одного кустика, чтобы выскочило. Вот они тоже, 2-3 ветки. Есть покрупнее, это Little Lime. Но шикарные кусты, низкорослый сорт гортензии. Есть сорт, здесь вот 2 ветки. Есть 3 ветки. Будем стараться, чтобы вы получили растение минимум 3 ветки, чтобы было. Они жесткие такие, хорошие. Все сорта. Есть сорта, посмотрите, как они выросли. Все зависит от сорта. Не все сорта одинаковые. Поэтому фотографии, когда выкопаем, мы их выложим. Но я знаю, что вы заранее будете заказывать. Поэтому я еще раз говорю, мы постараемся, чтобы было минимум 3 ветки на одном саженце. Смотрите, вот этот Pink and Rose, он такой жесткий, такие стебли у них всегда. И вот сложно поверить, что эти растения выросли из мультиплат. И все цветут. Посмотрите, вон там Самарская Лидия, я смотрю, цветет. Pink and Rose. Посмотрите, это Little Lime. Но все зацвели из мультиплат, выращенные в грунте. Зависит от ухода, как вы ухаживаете. Ежедневный полив, конечно, подкормки и прополки. Здесь практически все время были ручные прополки, потому что ни одна техника сюда не залезет уже. То есть у нас есть техника, которая обрабатывает. Ну как вот здесь вот залезешь? Получается, что вот такая трудоемкая ручная работа. Очень хороший получился результат. Очень рад. Сорт Baby Lace. Это новинка. Слабенький такой растет. Новинки мы покупаем по мультиплате в Европе. В этом году пришли некоторые Petit Star. Очень были слабенькие. И вот Baby Lace тоже такие были слабые.